Всем доброе утро. Сегодня 8 июня 2022 год. ЛНР, город Брянка. Погодка замечательная, не жарко. 15 градусов с утра. Сейчас 7:00. Я ходила на рынок, молочка купила. А сейчас иду котиков кормить. Обстановка прежняя. С 4:30 утра опять шумно было. Ну, это все скоро закончится, и будет у нас тишина и спокойствие. Ну, и сегодня я хочу еще раз поблагодарить жителей города Брянска, российского города, нашего побратима. Ой, Бусенька, ты меня встречаешь? Пойдем, моя золотая, пошли. Пойдем. И администрацию. И вообще, к нам пришел опять гуманитарный конвой из города Брянска. Две фуры с продуктами. Иду. И средствами личной гигиены. А также, я не знаю, ну, много техники строительной, машины разные, не буду их перечислять, там названия такие. В общем, это только, как говорится, начало. Так что, друзья, будет наша Бряночка красивая, будет здесь жизнь кипеть, будет все хорошо, будем радоваться. Еще раз. Огромное спасибо за помощь России. Самое главное теперь немножечко подождать, чтобы все закончилось. Будет у нас мир и спокойствие. Все будет у нас хорошо, друзья. В общем, всем мира и добра. Друзья, ну, раз и шла кормить, думаю, ну как не показать этих красавцев моих. Все на месте. И Буська. Что, Васюшечка? Ну, свежих ран нет. Все кушают. Все нормально. У Яшки, конечно, вид не очень. Что? И вы поприходили, да? И вы все тут. Уже Хромуша не боится меня. Валяются. Ну все, друзья. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Ну а нам хочется, конечно, тишины, спокойствия. Всем пока-пока.